Отлично! Теперь Пин может нас услышать. Привет, Пин. Привет, ежик. Нам нужна твоя помощь. На самом деле мне тоже нужен ваша помощь. А что случилось, Пин? Я не могу приземляться, потому что посадочная полоса не работает. А как починить посадочную полосу? Сломался один огонек. Надо его починять. Но сам я не могу, я высоко. Пока посадочные огни не работают, я не смогу приземлиться. Я буду ждать вашей помощи тут. Пока посадочные огни не работают, я не смогу приземлиться. Я буду ждать вашей помощи тут. Лосяш ушел заниматься научными исследованиями. Научная лаборатория Лосяша и, по совместительству, его домик. Много книг и необычных предметов. Лосяш, помоги нам убрать бревно. Для того, чтобы его убрать, надо сделать научный расчет. Для точных расчетов надо знать точное местоположение объектов. Домик Нюши. Снимок с расположением дерева поможет Лосяшу сделать расчеты. Вот фотография. Так, 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 ситуация понятна. Необходимо только следовать этой схеме сдвига бревна с точки падения. А какие приборы тебе нужны для вычислений?
Мне надо мою большую энциклопедию косинусов и синусов. Это самая большая книжка в моем доме, так что ее будет легко найти. Мой циркуль и еще мои бутерброды. С ними я быстрее сделаю вычисления. Фотографируйте предметы. Если вы нашли то, что надо, то предмет можно будет взять. Если вы что-то захотите взять, то сначала поговорите со мной. Все вещи лежат в определенном порядке. И если что-то потеряется, то я не смогу завершить свои научные эксперименты. В доме Лосяша много эксклюзивных экспериментов. Если вы что-то захотите взять, то сначала... Мне надо мою большую энциклопедию косинус. После того, как мы найдем все предметы Лосяша, он сможет нарисовать чертеж. Все вещи лежат в определенном порядке. И если что-то потеряется, то я не смогу завершить свои научные эксперименты. Вкуснотища. Фирменные бутерброды Лосяша. Циркуль для точных измерений. Энциклопедия Лосяша. Да, это нужно Лосяшу. Вот, все, о чем ты просил. Сейчас. Вот чертеж. Для поднятия упавшего дерева по дороге к Нюше вам потребуется медведь. Чертеж от Лосяша. Около дерева нарисован медведь, похожий на Копатыча. Копатыч точно сможет нам помочь. Копатыч! Лосяш нарисовал тебя! Нам помощь нужна! Так, дерево, медведь. Ну хорошо, почему бы и не помочь? Я сейчас немного докопаю свой огород и помогу. Ага, а Копатыч уже здесь. Он может помочь нам. Эх! Спасибо, Копатыч! Спасибо, Копатыч.
Нюша грустит на втором этаже своего домика. Нюша, почему ты грустишь? Может быть, конфеты поднимут твое настроение? Конфеты? Это прекрасно! Но это не самое главное. Ха! А что может быть главнее конфет? Главнее конфет может быть только подвиг, который совершается ради прекрасной дамы. А по-моему, конфеты тоже ничего. Да, конфеты — это всегда вкусно. То есть ты хочешь, чтобы кто-то ради тебя совершил подвиг? Да хотя бы маленький. Например, подарите мне такие цветы, которые были бы одни-единственные на свете и самые прекрасные. После того, как ради меня будет совершен подвиг, я смогу открыть дверь и перестать грустить. Нюша, а какие цветы тебе нравятся больше всего? Мне нравятся необычные цветы и вещи, которые подчеркивают мою индивидуальность и красоту. Необычные цветы. Бараш спит. Всю ночь он наверняка писал стихи, перечитывал их и снова писал. А сейчас самое время для сладкого сна. Горы. Будильник Бараша. Этот мостик ведет к Совунье. Резинка. Ёжик крепко привязал резинку к рогатке. Ух ты! Бараш точно должен проснуться. Бараш проснулся от звука будильника, но все еще продолжает дремать. Швабра подойдет для уборки мокрых поверхностей.